Сижу, рисую первую фазу, первый этап. Сейчас покажу. Вот дерево. Золото и красно-коричневый тон. Я и сказала, это только первый этап. Второй этап начнется не сегодня, после высыхания красок. На это нужно сутки, двое. Они должны сначала высохнуть. Это была первая картина. Вторая картина. Тоже дерево. Точно такое же сочетание цветов. Это тоже была первая фаза. Вторая фаза. Завтра, послезавтра. Они должны высохнуть. Потом начнется вторая фаза. После второй фазы будет третья. И только тогда они будут готовы. Долгий процесс.